Скатился ли Домер и почему? Все начиналось с того, что Домер был обычным подростком. Даже не подростком, а маленьким спиногрызом. И решил начать снимать видео. Думаете, это было легко? Нет, для его времени это было очень сложно. У него не было оборудования, но тогда он уже придумал себе никнейм Домер. Все начиналось с видео по Бедварсу там. И про мини-игры. Он просто играл на своем старом компьютере. Много информации не было у него тогда, и он тогда по звуку его голоса было понятно, что он был еще ребенком. Но вот спустя 4 года обычных игр он решил создать свой сервер Really World. И это у него получилось. С того момента он начал понемногу прохайпиться. И спустя некоторое время уже набрал 1 миллион подписчиков. Также и 2, и 3, а скоро уже будет и 4. Что с карьерой Домера? Мешает ли ему отключение монетизации? Сейчас я вам расскажу. Я думаю, Домер скатится через 2-3 года. И вот почему. Потому что, если вы знаете Домера, скорее всего, вы знаете Руду, его друга. Он создал где-то год назад, может, полтора года назад свой сервер и начал снимать видео. Но Домер не не говорил, чтоб покупали донат. А Руда настаивал, чтоб покупали донат, как ему сложно, монетизацию отключили. Поэтому у него очень малые просмотры, и поэтому его сервер не популярен. А что вы думаете, Домер? Ничего не пропагандировал, все было нормально. Его контент рос, выпускал даже клипы, и все было очень хорошо. Домер скатится, потому что он будет все равно рано или поздно. Его зрителям надоест то, что он рекламирует свой сервер. А идей просто таких, типа, кроме Грифер Шоу там, или кроме баним читеров, обман проверки, то же самое и с Фанди. У них других идей не будет, и рано или поздно зрителям надоест. Они вырастут из возраста, когда им нравился такой контент. Новые будут приходить, но в меньшем количестве. И рано или поздно просмотры у Домера жестко упадут. Ему нужно будет через год-два может менять контент, потому что однообразный контент не приводит к хорошему. Но это было видео, как скатился Домер, точнее, как скатится. И с вами был Волкин, всем покедова. Думаю, все разъяснил. Можете написать комментарии по этому поводу. И всем пока!